Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня видосик по Бравл Старс обратно же, и мы возвращаемся к Шелли. Порезали у нее наконец-то пассивочку. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны печально, потому что я не успел на ней апнуть 700 кубков. Мне очень нравилась эта пассивка, но она уже восстанавливает 2000 очков. По сути, это фигня. Заряд остался у нас 20 секунд кулдаун, поэтому это еще печальней, когда меньше 40%. В общем, поехали. Посмотрите, как она теперь будет сливаться. Это полная хрень, я вам скажу так. Мне это уже не нравится. Хорошо, хоть у нее дамаг не порезали, блин. Реально какая-то печаль была. Давай, бро, выходи сюда. Здорово! Как дела? Вот видите, 2000. И по сути, этих 2000 отхила, ну, я бы сказал, куда? И не в Красную Армию. Ну, кто понял, кто знает, тот понял. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе! Ничего себе! Еще и подвисает, блин. То есть этих 2000 лучше, как по мне, это контузия нормальная. Чтобы нормально контузил. Так, этого минуснули, я надеюсь. Здорово, бро. Нифига себе. Вот так вот мы эту каточку затащили. Ну, то есть вы увидели, что это уже не фуловый отхил на 5К, это уже хрень полная, потому что этих 2000 это одна ульта, следующая она по-любому прилетает. Против Була она уже так не будет тащить, как она тащила, к сожалению, раньше. А вот контузия и замедление, как по мне, на сегодня это самый кайф. Как видите, я апнул 17К, в принципе, вчера вечером не особо даже заморачивался. Доапал до 25 ранга. Тик нереально бомбический на таких вот локациях. Здорово, ребятушки. Давайте, давайте. Хоп, хоп, хоп. Слили. Ну и мы слили. Ну и мы слились. Антидонат. Ну, все понятно, короче. Короче, все понятно, ребятушки. Нам тут ни хрена не светит. Здорово, бро. Так, надо кого-то, ребята, жахнуть хорошенько. Надо ее жахнуть. Нифига себе! Как так? Как так? Мы ее контузили. Она нас слила. Собака. Где 3 секунды моих? Где моих 3 секунды было? О-о-о-о. Беги, 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 бро. Хорош. Хорош, хорош, хорош. И что же дальше мы видим? Антинуб красава. Ха-ха-ха-ха-ха. Батька тащит. Ну, тебя-то можно не бояться, в принципе. Так, подзаряжаемся, ребятушки. Надо зарядик словить. Нифига себе! Вы видали это? Вы это видали? Да ладно, еще не убей. Да офигеть! Просто офигеть, ребят! Я в шоке! Я просто в шоке! Как это так ульта не ударила? Что за хрень творится, блядь? А, ну понятно, короче. У меня, как обычно, вот мне нравится эта хрень.
Половина игроков, как только забирают десятку, блядь, они просто тупо стоят. Вот от этого реально бомбит. Я не буду говорить, кто они, не хочу бомбить сильно. Вот из-за этого реально бомбит. Когда вроде забрали, но можно играть дальше, блядь. И он, сука, обвесил эти ручки конченые и сидит. Вот это реально бомбит здесь. Но это рандомчик, поэтому я в рандоме играю. То есть они не воюют до последнего. А сдаваться никогда не надо. Особенно если вот так вот выбегает Тара, а ты ее так чпонь, 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 и так чик, и тебя тоже так чик, и слили. Ну, в принципе, это было логично. Было бы у меня плюс 2000. На, сучка. Скушай, детка, конфет. Нифига себе, ну что ты так, бро? Да, это пипец. Еще скажите, что мы сейчас тут просто сольемся. Я-то точно сольюсь. Ну, еще один удар надо было сделать, блин. Бомбежка, короче. В общем, сливной сегодня какой-то день, явно не мой день. Поехали еще одну каточку. Катнем. Надо отдохнуть от Бравл Старс. Заняться битвой замков. Апнуть 2 миллиона силы. Это была шутка, конечно же. Ну чё ж ты так подвисаешь, блин? Здорово, бро. Тихо, не убивай меня. Не надо меня убивать! Не надо! Здорово, бро! Это был я. И это опять я. Ну, видите, почти двоих затащил. Все-таки я не нубас еще. Скилл какой-то есть. Чик. Передвигаемся, передвигаемся. Чик, 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 чик. Бум должен был быть, его нету. Блин, вот у меня реально иногда бывает бомбит, когда тупо не включается скилл. Здорово. Здорово, Мишка. Они такие сидят, в надежде, что тут сейчас не будет ульты, а тут оп-оп-оп, и тут ульта прилетела. И тут еще одна ульта прилетела. Ну да, конечно, 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 детка, куда ты лезешь? Вот так вот звездного получили, ну, в принципе. Вот поэтому возвращаемся к предыдущей, прежней нашей ульте, которая, блин, реально была кайфовая всегда. Ну давайте, надо вернуть наши кубасики. Заходи. Так вот я по пару часов фанюсь в день в рандомчиках. Ну, куда ты меня не подождал? Подлюка. Чё, ничего сложно было меня подождать? Друник какой-то. Ничего себе, ничего себе, вы видели, какой он наглый? За это надо наказать. И не будем пока наказывать. Ой, кто тут у нас? Кто там у нас был?
Да ты что? Так, ну чё, выжидаем. Ждем, 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 ждем. Так, не подвисай, блин. Он ушел, бедолага Винвиз. Он думал, что... Тищ. Вот так вот. Спасибо, ребятушки, за ульту. Ну что, получим звездного или нет? Нет, конечно же, потому что здесь Чпоко. Чпоко реально кайфовый перс. Красавчик. Мы сейчас еще кого-то чпокнем. Поехали. Надо апнуть ее до 700. И будем уже стремиться к 18К. Хотя я не особо задрот, но за недельку я, в принципе, это сделал. Ой-ой-ой, там тоже Поко есть. Ничего себе. Это будет жесткая заруба. Наверное. Три пока что, ребятушки. 3-0. Четыре, два. Шесть ноль. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, тихо, тихо, тихо. Я понимаю, что 8-0, но там сейчас просто кого-то подтянут. И на этом все закончится. Я же говорил. Я же говорил. Куда ты полетел? Ну, пипец. Вот нафига было это делать? Вот нафига было это делать? Вот скажите мне. Сейчас будет слив. Сейчас его потянут, блин. Я же говорил. Если б не батька здесь остался. Так, ждем прихода здесь. Ждем здесь прихода. Оп, чик. Красиво. До свидос. Идем, нападаем. Тык-тык-тык. Давай, тащи. Чего он меня не потащил? Ребятушки. Вот так вот, таким вот образом. Поехали. О, хорошо, что крю нету. Не знаю, мне что-то не заходит здесь крю. Хотя, в принципе, он кайфовый. Это лего классное. Но, блин, что-то мне он... О, вот это, кстати, будет очень интересно. Тут у нас шансы слива очень максимальная. Так как здесь есть тик. Я реально на этой карте вчера тиком КТ-X20 просто отбомбил. Здравствуйте, кушка. Минус 3, ребята. 3-0, минус 3 сразу сделал. Вот так вот. Тут надо быть аккуратными. Потому что тик, ну, это нереальное. Вот, видите. Вот сейчас минуснут. Не успел. Красавчик. Гидравлик, красавчик. Хороши, молодцы. Блин, не успел. Блин, ну куда ты идешь? Тебя сейчас там зарубят. Блин, вот говорил, что зарубят. Так и случилось. Гидравлик, забирай. Хорош, красава. Ну все, теперь вариант только держать их всех. Спокуха! Затащили. Пошли.
Поехали еще. Конечно, поехали еще. Такой тандемчик Пока и Шелли топовая. Вот, кстати, вот это вот, наверное, наша ВП Ололо. Ололошка. Сейчас мы... Наша Ололошка тут наделает чудесов. Это как-то странно, странно. Так, ну, здорово, Роза. Посмотрим, что ты можешь. Дас видос, дас видос, дас видос, я сказал. Они сейчас нас будут выкуривать. Но не получится, ребятушки. Тут надо сейчас, кстати, быть очень аккуратными. Что-то они сдались, походу. Так, ждем здесь Пока. Здравствуй. Что-то они сдались, походу, хотя у них шансы были очень хорошие. Но, увы, ребятушки, извините. Извините. Но мы тащим. Вот поэтому мне Шелли нравится именно с этой ультой. Конечно, когда был на ней отхил, она реально была крутая. Но, блин. Увы, увы, увы. Это, к сожалению, пофиксили. Так, делаем маленький наеб. Так, тихо, тихо. Вы что тут разбегались? Дедушки. Тихо, тихо, батька, батька. А где все, блин? Обидно, реально обидно. Вот это реально было обидно. Ты стоишь тут один. Так, тут сейчас надо просто ультовать нафиг всех. Так, все. Эй! Эй, бро! Тихо! Так, ну тут шанс слива, конечно, очень велик. Особенно если вот так вот делать, то у них реально шанс слива очень велик. Так, ну что, ожидаем на ульте. Эй, блин. Бро, ты чё чудишь? Это, конечно, весело, но нельзя так делать. Ты, конечно, крутой перец, но мы же все-таки рвемся в топ. Чё, гидравлик, сбегаем еще разок? Нет, ну все, значит, на этом закончим. В общем, вот так вот, плюс сколько там, 40 или чем-то кубков мы просто добавили вот налегке. Пробная каточка сливная, без Поко, потому что реально Поко, блин, мощный перс, и с ним такой тандемчик, просто кайфовый. Ну, будем пробовать без. Так, понятно, все. Все понятно. Шанс слива, ребятушки, у нас максимальный. Здорово, кто здесь есть? Что, никого нету? Есть только подвесоны. Здорово, подходи ко мне, бро.
А я не понял, а где третий? Сатана, ты чё, блядь? Вот от этого бомбит. Ты должен тут всех направо-налево нагибать. А ты чё делаешь? Это просто ужасно. Это просто печально. Посмотрите, ну это просто Валера. Ну, тут ничего не сделаешь. В общем, как видите, очень много зависит от тиммейтов ваших. Если у вас тиммейты не те, в рандомчике вам ничего не светит. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых топов, новых видосов. Всем удачи, всем пока.